Настоящая девка? Эй, давай больше уважения, я же прямо здесь стою. Что ты тут делаешь? Пришла по объявлению о сдаче комнаты. Меня удивило наличие исправной ванной в рядовом-то общежитии. Маленький извращенный пирожок, теперь нас убьют! Ладно, не бойся, я в соляру развалю ей кабину. Что, пришла за нашим принтером? Думаешь, сможешь печатать рефераты? Платить будешь? Натурой? Эй, твоя псина агрессивная, купи намордник. Извини, но это твой сосед по комнате. Алло, это полиция, улица Штайнерская, 126/2, меня оскорбляет девушка. Что? В смысле только для ЛГБТ-сообществ? Я же анимешник. Он еще и аниме смотрит. А ты думала, адекватные люди так себя ведут? Понятно, типичный аниме-задрот. Чего еще я ожидала за такую низкую цену? Куда помытому? Ой, прости, у вас такой беспорядок, что и не заметила. Ладно, поскольку нам жить вместе следующий год, начнем сначала. Я Кристина, приятно познакомиться. Да не бойся ты так, я руки дольше 30 секунд мыла, а еще купила влажные салфеточки в АТБ. Ты издеваешься? Да просто последствия длительной самоизоляции. И вообще, ТНН, я титан, не надо ламповых мне тян. Какого хрена ты делаешь? Есть три вещи, которые интересуют студентов больше всего. Набухаться в щи, выспаться и похавать. Как видишь, я не сонная. Пятница завтра, а значит я пришла. На запах жратвы. В детстве мама говорила, что переспелые бананы самые сладкие. Она собирается съесть наш недельный запас хавчика. Гляди в оба, а я пока за травматом сгоняю. Вилку в глаз или покушать дашь? Хрен! Ок. Мерзкая зеленая хрень, а на вкус... Полное дерьмо. И ты смеешь называть себя студентом? Еда есть еда, так что давай, засовывай в себя этот банан. Своему парню так скажи. Блин, грёбаная Европа уже тут. Конечно, если проголодаюсь, то я проглочу этот банан. Ну все, мой выход, уважаемая Кристина. Да-да? Не то чтобы я настаивал, но не могли бы вы проголодаться прямо сейчас и заглотить банан. Желательно мой. А я запишу на видео. А что в этом такого? Пока что мы просто говорили о бананах, но ты явно думаешь не о них. Узнаю этот взгляд, я ойщицы, ты любишь гейскую порнуху, не так ли? Копать ты, Шерлок, но то, что ты сказал, отвратительно. Шикарно. Нет, ни хрена. А ты у нас достаточно острая на язычок для любительницы гомогребли, бананофилка. Так, все, с меня хватит. Ты уже наговорил достаточно, чтобы СБУ ворвали сюда и сделали взлом твоей жопы. Но я не сообщу им. Пока что. Пока что, да? Ища комнату, я и не надеялась найти с ванной, но то, что на столе, вне конкуренции. Микроволновка, она ведь рабочая, да? Женщина, не смей так неуважительно относиться к святая святых. Микроволновка — это наша сокровенная тайна, никто о ней не знает, даже вахтерша. Ладно, она мне нравится, довольно красивая, умная и, скорее всего, на стипендии. Лишняя копеечка не помешает. Ага, я о том же, теперь тебе хоть будет с кем пивасик бахнуть. Погоди, это что получается, я могу с ней квасить? Так значит, я наконец лишусь. Эй, ты, законченная извращенка, могу я тебя так называть? Нет, не можешь. Я разрешу тебе здесь жить и пользоваться ништяками, если выполнишь мои условия. Во-первых, ты подпишешься на канал Карины и будешь смотреть со мной любой аниме-тайтл. Рабочая ванна и микроволновка за подписку на ноунеймы и просмотр сериалов? Ну, типа, я и сама анимешница, но только не надо меня заставлять жожу смотреть. Я сделаю для тебя исключение. Во-вторых... Ты не начнешь кричать, если вдруг услышишь ночью странные подергивающие звуки. Так или никак? Чувак, конспиратор из тебя, конечно, 80-й левел. Но за эту искренность ты мне и нравишься. Не пали контору! Ладно, теперь ты любительница бананов. Давай проясним, я здесь только из-за микроволновки, хавчика и рабочего толчка. Поэтому соглашайся, банана-задротка. Это, блин, не мое имя, ты в курсе, да? Точно, ты у нас гей-задротка. Тогда ты любитель гаремов, озабоченный девственник. Я терпеть не могу гаремы, долбаная яойщица. Аниме-задроты упрекают друг друга в аниме-задротстве. Завались, аниме-задрот! Ладно, хрен с тобой, за принтер, кровать, ванну и микроволновку потерплю твой аниме-бред. И не беспокойся, я совершеннолетняя, так-то. О, долгожданный запах победы, прощаю, словная пятерочка строгача. Наконец-то меня не обвинят в педобирстве. Умри, просто умри.
Всем спасибо за просмотр. Кстати говоря, у нас появилась группа в Инстаграме с анонсами видосов, артами и новостями аниме-индустрии. Также призываю чекнуть годный аниме-паблик ВК по Steins Gate. Если любишь Айтан Калитку, переходи по ссылочкам в описании.